Нажмите Q, чтобы взять предмет, нажмите EF, чтобы взаимодействовать. Эй, я не успел прочитать! Надо найти фонарь. Ну вот он. Телевизор старый, дедовский, смотри. А, то есть это не фазмофобия? Я думал, это фазмофобия. И ламповый. Слышь, я как будто к бабушке приехал на учет. Окно открыто? Окно открыто, подожди, что, дебилы, а если высунуть ли? На... Стой, если выкинуть свечку. Нафиг, это единственный источник света. О. Это о, свет! Советчик хренов. О, рисунки, блядь, ты же умеешь рисунки, любишь. Вот да. Ты рисовал. Все, бери слабый источник света и поехали. О, блядь, ты видел? Что? Там тень пробежала, да ты че? Источник света и поехали. О, блядь, рисунки, любишь. Вот да. Ты рисовал. Все, бери слабый источник света и поехали. О, блядь. Тень на уровне реально вот по датчику фазмофобии. Ты видел? Что? Там тень пробежала, да ты чего не боишься, это, блядь, это игра для страха, Квотумир. Ой, бляха! Блядь, я сам дернулся. Это что? Он дышит, блядь. Блядь, это ребенок спящий! Не что, это кто? Кто? Ты чего, малой? Сынок, тебя гроза не будет? Освещи. А что за беспорядок аски в доме? Почему окна открыты везде? Алло, вы что, охренели? Что это такое, перо? Тут что, блин, Пушкин живет? Там голубь обосрался просто. О, единственное закрытое окно. Или я его закрыл? Ты его уже. Закрыл. Ты а, его это закрыл, все одна что? Комната. Такой давай, маленький дом. Надо... Я думал, здесь 100 квадратов огромных, а это стой, все один маленький так это дом. Это одна комната. Ты только в одной комнате туда-сюда ходишь. Понятно. Вот сейчас вперед. Вот туда, да. О! О! Вот это... Оказывается, можно было просто взять и включить свет. Чердак, блядь, у тебя сын на чердаке живет. Ну это мансардная комната, прикинь, как у Арнольда. Ага, прикинь, ночью случайно открылся окошко. Что это такое? О, вставай, шашлык. Нет, ты слышал? Окно, окно открылось. Угу. Блядь, я закрой окно. Окно. Это что за отсылки, блядь, как окно? Ты куда? Остановись. Ты куда, слышал, у нас какой-то придурочный, я извиняюсь. Ну да я не буду тебя кубиками кидать. А? Что? What? Осуждаю. Зачем ты его разбудил? Все нормально, это первый этаж. Первый этаж! Да, да, да. Мы как минимум на чердаке живем. Первый этаж на чердаке просто забей. Подожди, что случилось? Зачем я? Нет, я не буду. Какой ранимый мальчик, блядь. Я не буду кидать в тебя кубик, вернись. Это уверен, что это первый. Это что, это может быть баг какой-то игры, так не должно было быть. Я не знаю, я не хотел в него, я не хотел его обидеть. Он выглядел как это, как одержимый кем-то. Ага. Кинул что-то. Не, свет оставляй включенным, и надо искать, наверное. Там кто орёт, чихнул, что ли? Не, он просто ушком дернул, сам дернулся. Чертых. Черты-кот. Черты-черта. Вы видите чуть-чуть. Вот оно. Да, вот черты-черта. Полиция, полиция или... Нет, я не слышал. Пойду. Надо. Бля, как хорошо, что я просто смотрю. Мне нравится. Бляха, муха. Там есть чего-то? А может фонарик? Нельзя. Где свет в этом долбанном проходе врубается? The patch. На глаза, что ли, после сна? Я нашел лекарство. Какое лекарство? Я не знаю, там скорее паф. Мне кажется, лекарство уже не поможет, блядь. Сам ты аутсайдер. Сам ты аутсайдер. Обе аутсайдер. О, все, я буду... Что это нафиг вы делаете в моей ванной? Кто мой? Кто позвал сюда бомжа? На, помойся, воняет. Ему же шампунь очень сейчас необходим. Что это? Стой, а это точно видит... зеркало? А ты видишь там какое-то красное это? Да. Не зеркало, а стекло. Хот-топери, блядь. А трындец. Где включатель? Где, где свет? Да ёксель-моксель. Да ёбаный шашлык, что вы там творите? Усадись нормально. Хуебесы. Хуебесные. Ты не упадешь, не переживай. Можно еще раз? О, свет. Опа. Со светом-то... Ничего себе, кстати, у них квартирка. Трындец, блин, квартира в центре Москвы не бита, не крашена. Стой, а вот это вот миллионов. Вверх подними, это что, труба вентиляционная для это мышей? Это вентиляция. Это вытяжка, вентиляция, ну блин, зато она по всей квартире. Это не очень практично. Это кухня? Это кухня.
Думаю, медалист сказал не очень практично. Как раз таки наоборот, очень практично, но не очень эстетично выглядит. Это наша территория. А? Эстетично или эстетически? Эстетично. А окна нет на кухне? Бери нож, тупой нож, бля, это как оружие будем использовать. Я не могу его взять, его наполовину вогнали в столешницу. Что в холодосе? Пиво. Не разгуляешься. Это если что безалкогольное, все в порядке. Еман, здесь сколько тут реально 100 квадратов. Поэтому хлам написано. Почему проход такой огромный? Заблудишься здесь нафиг. Мой кабинет за этой дверью. Ключ лежит на тумбочке у кровати. А у него спальня, кабинет. Офигеть, он живет. Ну реально, как ты. Спальня, кабинет. Офигеть, он живет. Ну реально, как ты. Ой, кунтумец. Фу нафиг. У карты там. Че он испугался? Ну реально, как ты. Ой, кунтумец. Фу нафиг. У карты Таро. Где? Вон, карта Таро. Че, реально? Ну что это? А, карта чемпиона культиста. А где спальня? Ремонтик? Вот я думаю тут. Ну здесь как будто бы дружелюбно все. Включай свет. Пока что тут как будто везде дружелюбно. А говорит, ключ на тумбочке у кровати. Да сам ты аутсайдер. Стой, а вот листочек подними, как будто за листочком, нет? Как взять-то? О, я могу на Q брать в левую руку, на E в правую руку. Меня очень смущает вот эта вот вентиляция. Прикольно. Вы хотя об этом в начале сказали. Ну да. И чё? Крутить надо. О, это этот демонический круг. Малой, ты в окно вышел, ты не можешь за мной идти. Он разговаривает? Да, где свет здесь? Знаем. Что сделать нужно? Сюда необходимо положить один из предметов ритуала. Где же я его оставил? Хороший вопрос, наверное, мы об этом знаем. Сюда необходимо положить предмет. Эй, сюда смотри, короче, костер сюда положить нужно. Сюда нужно корону положить, а сюда что-то кровавое. Кровь. Надо частичку себя оставить. Кровь чудовища в ванной. Сын что-то спрятал от меня в своей комнате. Это точно источник заражения кошмаром. И хвост ведьм. Курьер. Рецепт ритуала погружения. Да ладно, ладно, простите, я просто наглаживал твой кончик хвоста. А я почухала его хвост, он обиделся. Просто он у него такой остренький, как это, как креситый, я бы такой это чуть-чуть почухивал. А мне мизинец хорошо ложился на его хвост, и я такая, ты это чухи-чухи делала. Забулили кота, короче. Вроде не изламывал ничего, дискомфорта не должно быть, все равно обиделся. Первое, кровь чудовища в ванной. Второе, вопрос. Ты что-то прятал от меня в своей комнате. Это точно источник заражения. Какая-то хрень зеленая. Хворост ведьм, курьер. Слышь, и прикинь, потом бедный написано, курьер что... Яндекс еды. Ты ему звонишь, говоришь, хворост мне ведьм. Нужен хворост ведьм. Он ты видел? Да. Звонишь, говоришь, мне ведьм. Нужен хворост ведьм. Он по... А, да. Ты видел? Там да, были люди. Да, какая-то хуйня тряслась. Мне нужны предметы ритуала. А что ты ругаешься? Ну пойди возьми, что ты тут голос повышаешь. Под кроватью что-то. Пойдем к чудовищу. Возьмем частичку чудовища. Как с него частичку-то взять? После ритуала какой-то. Нужно будет избавиться от этого. Бля, охренеть. А кого он вот притащил избавиться от этого, блядь? Как оно оказалось там в ванной? Реально, блин. Что произошло? Подожди, как у него надо... кровь взять? А, я ведро где-то видел, слышишь? Ну, видимо, когда-то нож был острый. Что, ведро крови? А, нет, я видел кастрюлю. Можно в кастрюлю налить, наверное, кровь. Ты повар, блядь, от бога. Какой есть, извините. Там написано, это мне не нужно. Мне кажется, это ему не нужно. Надо найти, что прятал сын. Кутит, опа, блядь. Я нашел. Что это? Первый предмет нашли. Вот червяки, может быть. Кажется, получается. О. Нужно найти остальные стучит предметы. Стучит кто-то. Курьер, наверное. Хрена себе, это курьер. Блядь, что такое? А пожар? Точно, пожарная безопасность превыше всего. Пиздец, на ковер у него свечка упала, он пошел курьера встречать. Курьер же, блядь, не подождет теперь. Прикинь, курьер приходит, а тут дебил со свечкой дверь открывает. Охренеть, курьер страшный какой-то. Что такое агрессивный? А... Что за черт? У меня много вопросов, я не знаю, какой из них лучше задать, но шо за нах? Вы точно курьер? Что-то какая-то у них вообще неблагоприятный райончик, если честно. Я
рискую общаясь с тобой. А я нет уже. Ты нашел карту чемпиона. Давай ее скорее. Я принес то, о чем мы договорились. А где карта чемпиона была, Димон? Вот она. Тут. А если бы мы не подобрали ее по приколу? Мы бы не знали, но хорошо, что я знал, что карта Таро. Отдай мне мою карту. Забирай. Че пинается-то еще так? Это хворост, в смысле, это кулинарное блюдо, которое ведьмы пожарили. А хворост? Я думал хвост. Хворост там было, что хворост ведьмы. В газете, блин, как семечки в Советском Союзе продавались. Там две сосисочки. Да, ага, похоже. Нет? Да-да, я чувствую это! Наконец-то все закончится. Он странный какой-то. Теперь нам надо кровь. Как, блядь, кровь там сосать? Может, нужна пропитка? Да ты нам расскажи, как кровь сосать. Я не знаю. О! Бля. Ой. Малой. Закрывай окна. Да вообще бесполезно, он их открывает. О! Блядь, что это? Ау. Да нафиг! Ишь. Я все равно любил тебя. Нормально, я все равно люблю тебя. Тупым ножом захуярил батьку. Лучше я не подходил к нему. Судя по всему. Да, ну или мамку. Ему надо не, вроде батьку, голос мужской, и персонаж был на этом. А. На, ну там, просто персонаж. Просто я видела ноги голые, и мне показалось, что это женщина. Хрен знает. Мешать, понял? Раз ребенок решил. День первый, что заново все? Заново? Рука! О, и правда. Да, блять, рука. Видишь? Да. А теперь иди включи, кстати, свет в этой... Лицо, наверное, из-за грозы выбило пробки. А, слышишь? Из-за грозы выбило нет, пробки? Нет, все изменилось. То есть мы погибли, и теперь все стало по-другому. Я нашел лекарство. Оно в моем кабинете на столе. Очко, как страшно. Блять, а где тут пробки? Я не знаю. Может, на выходе где-то? Ну, в жопе их уж точно нет. Они у вас повылетали уже явно. Ну, скорее всего, следуя логике, да. Где еще ток-то? А попробуй выйти. Ой, блядь! Что там? Блядь! Где хреновые пробки в этом доме? Ну, на кухне, блядь, кто на кухне ставит пробки? Ну, это шугает все абсолютно. Я слышу, меня тоже шугает, но мне не так страшно, как тебе. Заходи, пробки смотри. Визит пробки, да. Мне кажется, пробки надо лезть, наверное, в эту. И отпускаем это все обратно. Кровь. Ну с кровью, да, мы последуем это... Фу, нафиг, я весь в мурашках сижу. На первое надо, где корона? Получается. Нужно найти остальные... Курьер пришел. Бляха! Радио кровью хрхается! Блять, я обосрался. Да я тоже! Карта лежит. Фу! Это самый страшный хоррор, в который я играл. Очень стрёмно. Сейчас свет должен работать, понял? Пока в сцене свет работает всегда. Ага. Да-да, я чувствую это. И как кровь брать? Сейчас Малой, да, будет ходить? Вон стоит. Видишь силуэт? Тут все скрипит. Посмотри, тут вот это, ты видишь? Ага. Это трындец. Опа. Я нашел пробирку. А я думаю, надо просто пузырек отнести, он уже готов. А, он уже готов. Прикольно, что в этом доме? Кто здесь живет? Было бы очень прикольно, да? Еще я о ком-то не знал? Готов? Я думал было найти пустые взять. О, Малой опять флексит, да, свои модные намоводные танцы ТикТока. Ну явно ТикТокер. Да-да. Бляха, муха! Мелкая шкура. Пошел вон отсюда! О, бля, он на тебя идет, отходи. Ты в него свечкой. Тут знаешь-то, место-то ограничено для отхода. Может он призрак? Да пошел он нафиг. Твар малолетный. Я наигрался, спасибо. Спасибо, хорошая игра. Трындец, даркнот какой-то страшный слишком. Спасибо, это был даркнот, квантум и медалист были с вами. Весело, весело. Я видел ее где-то в раздачах. Но не исключено, что она у меня и есть. Я, как всегда, не знаю об этом. А вам спасибо за просмотр. До скорого. Сударь. Или сударыня. Судыня.
Дыня.